Меня так часто спрашивают, что я уже жалею, что я не видел это. Но, конечно, очень много свидетелей, тех, которые, кто видел, очень много раз я смотрел по телевизору, показывают, как они там летают. Конечно, отрицать я это не могу, но у меня такое больше такое скептическое отношение, чем... Вот. Но на самом деле, конечно, тут очень много вопросов к этому. Потому что наука не может объяснить, что это такое. Вот. И я помню, как Алексей Архипович Леонов приезжал в КПИ, вот так мы сидели с ним рядом, вот студенты тоже там задали вопрос, он мне рассказывает такой случай, говорит, ты знаешь, однажды Марина Попович, она там в России возглавляет экологический комитет, говорит, где-то в первом часу ночи звонит мне, говорит, Алексей Архипович, вот посмотрите, там вот НЛО над крышей. Он говорит, я смотрю, а там фонарь от строительного крана. Он ей, Марина, это ж фонарь. Она, ну и что, все равно интересно. И крайний вопрос. Дякую, Леонида Константиновича, дуже змістовно цікаву доповідь.